Казахстана в направлении спорта, и мало того, у него душа очень музыкальная. Насколько он красиво поет, мы всей группой Касим были просто поражены. Вот какой он есть красивый на самом деле, и такой он красивый в душе, и красиво он очень поет. Давайте поаплодируем Анатолию, это мой друг. Инна! Кто против нас, а? Я на русском против себя выхожу, жена! Анатолий, если что, секьюрити, посоветуйте все. Пою я замечательную песню «Ретро Шлягер», «Как любит Ерлан». Это песня Юрия Антонова. Она посвящается всем замечательным девушкам в этом зале, потому что в этом зале я знаю практически всех девушек. Вот такой бомжуан мой братан, да? Нет, ну, действительно, здесь одни друзья, Ерлан. Это наши общие друзья, причем. Давай не будем томить. Давай что-нибудь исполним. Давайте. Поехали, друзья мои. А если песня есть, с любовью. А если есть мужчины здесь, приглашайте на танец. А я знаю, что они тут есть. Для меня нет тебя прекрасней. Но ловлю я твой взор напрасно. Как видение неуловимо, каждый день ты проходишь мимо. Как видение неуловимо, каждый день ты проходишь мимо. А я повторяю. И стужа, а ведь тебе
Еще раз давайте поздравим Ерлана Кокеева, что он сделал такой подарок нашему городу, что теперь у нас есть вот такое караоке. Вот не простое караоке, а реальное живое караоке. И каждый может свою мечту осуществить, вот как сейчас я. Браво! Спасибо. Спасибо. Друзья, если вы...